Разрывается время. Уходит за другом друг, ностальгируя по утраченному вчера. Контркультура, синдром застоев и калиюг. Калиюга уходит, а значит и нам пора. Это раньше казалось, страдаешь за каждый стих, а сегодня заткнуться хочешь любой ценой. Хайра распуская лишь только в кругу своих, ты все чаще глядишь с опаской. Кто тут свой? Мы уйдем из подвалов, сдавая за пятью пять. Мы забросим косухи, сменим их на пальто. Башлачева у нас по-прежнему не отнять. Только кто ж его отнимает-то? А никто. Мы по-прежнему помним удары звенящих вен, но идеи тускнеют, как прошлого века медь. Контркультура – синдром тинейджерства в голове. Мне уже под полтинник. Наверное, пора взрослеть. Мы уйдем из подвалов. Подвалы уже не те. Только что-то и в нас изменилось уже навек. Мы выходим из созданных нами же серых стен и ложимся на землю. И таем, как белый снег.